Всем трема доброго времени суток, это канал Лейзи Дмитрий, ленивый. Ленивый я. Как вы помните, я обещал вам второй секонд. Извиняйте, чутка ошибся. Я совсем забыл про эту игру. Ghost of a Tale. Не помню, как она называется правильно. Ну, в общем, я реально про нее забыл. Впрочем, прикольная игрушка про маршрут, как у путешественника, блин. Не знаю, реально, я реально про нее забыл в свое время. Я хотел ее поиграть, и у меня вылетело с башки. Я зашел в GOG, увидел эту игру, вспомнил, сказал, да блин, ёшкин кот, точно. И, в общем, сначала давайте ее, она, в общем, не такая длинная, насколько я помню. Поэтому сначала ее, потом Сакард. Так что, ну да, напоминаю, что ссылка на плейлист и группу ВКонтакте в описании под видео. Ссылки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент, извиняюсь за свое сопение. Поехали. Ой, какая страшная лапа справа внизу. Вначале было зеленое пламя. Что-то подтормаживает. Сила, лишенная сознания и поглощающая все на своем пути. Тормоза. Почему тормоза? Существа нашего мира давали ему отпор, но погибали одно за другим. Ох ты ж, батюшки. И восставали марионетками изумрудного огня. Вай, жуть какая. И лишь крысы сражались до последнего. Пока не погасли зеленое пламя в битве в Переклавской долине. Погасили, погасили. Ага. Мерра. Ху из Мерра. Мерра, где ты? Мерра, где ты, блин? Ну, вы поняли. О, здрасте. Наш главный герой. Ой, 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 ой. Красная роза. Ага. Это в приседе. У вас осталось мало здоровья. Нажмите так, чтобы открыть сумку и поесть. Здесь также можно найти информацию о заданиях, справочные сведения. Хорошо. Хорошо. Так, блин, не Ctrl. А еда. Ну, хром. Видимо, хром. Красная роза. Вы стояли перед бароном, ваша жена Мерра стояла рядом. Он попросил сыграть отравленную чашу, и вы знали, что это не для веселья, а чтобы проверить вас. И вы сыграли. Но Мерра лишь смотрела барону прямо в глаза и молчала. Он было хотел ударить ее, но вы вскрикнули и метнулись к ней, а после лишь темнота. Сколько же дней прошло с того момента? В глубине души вы знаете, что она жива, и что вы найдете ее. А пока вам остается лишь эти цветы, вспоминание вопрос почему. А, понятно. Бадья. Пусто. Грибы. Здесь пусто. Класс. А это сохраняшки такие? Ну, давайте F5. И смотрит. Класс. Так, ночной горшок пусто. Да ничего нет. А решетка. Крепкость ее не открыть. Да, точно? Ух ты. Таинственная записка. Жду тебя наверху дозорной башни. Заметай следы и передвигайся скрытно. О как. А грибы, это, я так понимаю, тоже что-то из пучок грибов. Ломать черствого хлеба. О, 16, блин. Зря его. Скорость рывка увеличена. Ой, да у нас даже... скромный капюшон менестреля. Простой пояс из веревки. Кто так страшно дышит? Ну, в общем, да, вот игрушка такая очень приятная на вид. Вообще, я не знаю, очень... Ага. Ну, судя по... Блин, ты что ж ты так... Минутку. Что ты так... Нет, не... Прыжок. Прыжок Б. А, спасибо, клавиатура. Ну, тут да, тут плюс-минус... Карта М, выбросить Ф, бросок Е, рывок. Да научит еще, не так важно. Так, аудио. А, это не здесь. Блин, ну я перестал слышать. Ай, пофигу.
Что? Формация заключенных. И метила. Род занятий Минстрель. Преступление акта мятежа. Опа. А здесь мятежник. Вы вставляете в подсвечник новую свечку. А нет, не выглядывает, ладно. Так, у нас... Так, капюшон Минестеля. Простой капюшон из джута. Такой надевают все молодые мыши, идущие в Песу. О, нифига. А, да ладно, это он. То есть это вот так. Ничего себе капюшон Минестреля. А, применяй стражник, скреп, дай сумку, спрячьтесь. Окей. Охренеть, стражник, блин. Да, он сбежал. Да, и пофиг, говорит, пошел я отсюда. А он в L-Shift для рывка. А, он сел и дрыхнет. Вон, смотрите, он спит. А-а-а. Желтый жук. Интересно. Я думал, может, можно этот тушить. О, а там с кем-то потрещать можно. Класс. А здесь что такое? Зерно. Эх, ничего полезного. Ну, я так понимаю, у стражника дальность, скажем так, палка. Твердая палка хорошо сбалансирована для броска, ломается с громким треском, чтобы отвлечь внимание и сбить с места какой-нибудь предмет. Хорошо. Хорошо, хорошо. А это что за? Здесь очень темно. А мы же взяли какую-то... Да, вот я же помню, что мы его брали какой-то. А палка она... А, палка здесь, все, мы ее убрали. Все, отлично. Блин, мне нравится. Все больше нравится эта игра. Я говорю, краем глаза ее видел. Я так вот не помню. Может даже... Может у Купленова, кстати, и видел. Или еще нет, или не у него. Черт его знает. Ага. Здорово. Таинственный. Не уверен, что это хорошая была идея, ну да ладно. Ну да, поговорим. Старый пират, хрен крысиный, с какого перепуга ты вваливаешься ко мне без спроса, мышонок? Ты хоть знаешь, кто я? Многолетнее растение, распространенное на исторических крысиных землях, используется в медицине и кулинарии, в больших дозах опасно для здоровья, вызывая ожоги слизистых оболочек, падение зубов, полное облысение. Крысиный хрен. А-а-а! Понял. Задумался. Сам-то я забыл. Так, сейчас минуточку. Так, извиняюсь, дела семейные. Забыли свое же имя. Постой-ка. А, Керальд Красный Ус. Вот кто я. Керальд Красный Ус ходил когда-то штурманом на озерной ведьме у капитана Отто Пороховая Бочка. Капитан Отто Пороховая Бочка, коренастый и вспыльчивый, настоящий взрывной бочонок с коротким фитилем. Крыс Отто Пороховая Бочка был капитаном галеона «Озерная ведьма», который более 10 лет наводил страх на торговые суда, перевозившие товары между 5 главными портами озера Ваэлия. Говорят, перед боем он смазывал воском и поджигал свой хвост, из-за чего и получил такое прозвище.
Это же больно. Капитан Пороховая Бочка прославился не только своими преступлениями, но и тем, что сам распечатал и расклеил плакат «Разыскивается», чтобы стать более известным. В конце концов, капитан все же был схвачен, когда его корабль сел на рифы у восточного берега озера Ваэлия, неподалеку от крепости Тающие Башни. Причина катастрофы неизвестна и, вероятно, навсегда останется тайной, поскольку после того, как за капитаном захлопнулись ворота Тающих Башен, о нем больше никто ничего не слышал. Вот так вот. Ограбить меня пришел, скрыга мелкий. Да ты заколебешь. Слишком грубое слово, чтобы давать ему определение. Понятно. Извините, что? Да уж, вы мышь вечная, и за что-то извиняетесь. Да, мы такие. Знаю не понаслышке, если на корабле мышь, жди беды. А уж одна-то мышь на корабле всякий раз найдется. Тетя, мышонок. Скажите, это вы помогли мне сбежать из камеры? А кандалы тебе ничего не говорят, мышонок? Ну, мало ли. Как думаешь, я мог это сделать? Не знаю. Да ты, похоже, вообще мало чего знаешь. Прошу, помогите. Да ну, с чего это мне тебе помогать? Ну, например, я могу поискать ключ от ваших цепей и ходить на свободу. На свободу? Зачем она мне? Посмотри, до чего меня довела твоя свобода. Ну и пираться тоже немного. Не, у меня тут есть все, что нужно. Влажный воздух, мух объесться можно и даже свой табурет. Хм. Хотя все-таки есть одна проблемка. В коридоре. Там дрыхнет охранник. Задуши-ка его. Что, зачем это? Он назвал меня пиратом. Ну ведь вы же пират. Да, и горжусь этим. Но он так сказал, как будто быть пиратом — это преступление. А разве это не преступление? Конечно, но я этого не стыжусь. Так за что его тогда убивать? Он назвал меня пиратом. Так, мы что-то по кругу пошли. Да-да, вот именно. Значит, придушишь? Я не убийца. Ну, пусть так. Тогда, может, стащишь у нее для меня бутылку брюходера, а я подумаю, не помочь ли тебе. Брюходер — спиртной напиток, который готовится из гнилой олеандровой древесины, к его вкусу привыкает далеко не сразу. Кстати, вкус — это первое из пяти чувств, страдающих при употреблении брюходера. Угу. Свой табурет. Вот так вот, знаете, некоторым так мало нужно для счастья. Свой табурет и все. Ну что ж, пошли сопрем. Так, а можно задание? Побег из тюрьмы. Сбегите из камеры. Цветы для мэра роз. О, 17. Украдите бутылку. Окей. А, здесь еще и качать что-то можно. Нифига себе. Слава 75. Справочник. Места. Предметы. События. О, крысиный хрен. Стоп, что-то в сумке? Звездочка какая-то. А что в сумке? Книг костюмов. Менестрель порой выступает в обличии персонажа из песен. Из песни. Иногда герой, иногда злодей. В книге написано, какие предметы одежды нужны, чтобы собрать каждый из костюмов. Песенник. Дева не желает петь. История менестреля Дева, которые были брошены в тюрьму, приказ жестокого барона за отказ исполнить песни. «Пой отравленную чашу, исполни же волю нашу», — закричал барон на деву, вздымив шерсть свою от гнева. «Мира милая, известна, с властью спорить бесполезно. Наше дело подчиняться, крыса пусть же веселятся». Дева, посмотрев сурово, не промолвила ни слова. Стихли звуки в полном зале, и мышей арестовали. Вот так вот. Ой. «Прелестная бутылочка. Застольная песня, популярная среди разбойников и пиратов. Погубила больше пиратов, чем виселица. Пусть волны бушуют и мачты рыдают, пусть ветер пророчит нам горе, пираты стаканы полней наполняют и пьют за бескрайнее море. Опасность нам за волю, достойная плата, со смертью отважных, отважные спорят, до дна ведь на дно нам пора рановато, мы любим бескрайнее море». Хм, мне нравится. В этой песне рассказывается о постыдном поступке мышей во время войны зеленого пламени. Что ж они там такого натворили? 14 дней изумрудный огонь в осаде престольную Песу держал. Горели поля погребальным костром, и дым от него горизонт застилал. Спешили на помощь столице войска, и мыши для них обещали держать проходы, но верность... Мыши для них обещали держать проходы, но верность была их хрупка, покинула храбрость мышиную рать. Чё-то как-то немножко не это. И мыши для них обещали держать проходы, но верность была их хрупка, покинула храбрость мышиную рать. Бесла... Извините, дай... Так, Беслана решили не принести в дань пламень чашу из яшмы резной, пытаясь предательством шкуры спасти, надеясь, что милость проявит огонь.
Однако предательство Горьки плоды не стали враги заключать договор, в отравленной чаше не стало воды, и вылилась только печаль и позор. Какой кошмар. Да. Что ты будешь делать? Кошка, ты что тут? Мелкой шерстью раскидал, что ли? Че у меня вдруг апчхи пробило так резко? Так, пошлая песенка. Королевские трусы. Или трусы. Не знаю. Которая рассказывается о злоключениях крысы, ищущих удовольствий. Когда раз фрегат имперский шел из Скарна в Барингов, и была там Арианна, королева барсуков. Тут поднялся сильный ветер, разразилась вдруг гроза, оторвала судну мачту и порвала паруса. И разбиться бы фрегату в неизведанных мечтах, но на судне оказался ловкий крыс о двух хвостах. На оставшуюся мачту он для дела не красы, вместо паруса напялил королевские трусы. Ох-ох-ох, королевские трусы. Спас он Арианну и утешил ночью, может не барсуку, но мужик уж точно. Ох и ах, королева все вздыхает о его хвостах. Ладно. Норм. А, ой, так я не сначала еще. Ёшкин кот, ладно. Так, баллада о трусливом короле. Песнь о последних днях правления Родерика I, последнего короля крыс, что сбежал из своей страны перед великой битвой и пропал навсегда. Послушайте песнь о Родерике I, трусливейшем из королей, когда из бездонных шахт Солёра помчались на бег хорьки, он скрылся в самой высокой башне, пока бил тревогу на бат. Вот он момент, чтобы доблесть свою проявить в жестоком бою, но Родерик король пожелтел лицом, ведь он не из храбрецов. Поджав свой хвост и спрятав лицо, отправил куда-то вдаль, народ его звал и молил его, но ему было их не жаль, но судьба отплатила, корабль разбила, а трус навеки пропал. Ну ладно. «Воин в золоченых латах». Песня о бессмертном подвиге крыс в финале Переклавской битвы. Ведомые 12 героями, крысы объединяются и побеждают армию Золоренного пламени. И вот к Вейлии пришла врага Зеленого Орда к высоким стенам Переклава, где выживших существ Арава, и ждет на бой, и Дуинлан на Саламандре Великан пошел вперед, за ним другие Джарлан и Нокта, а за ними все двинулись в последний бой. Дуинлан повел их за собой. Над светлый бездный мир завис, но дюжина отважных крыс врага лихого одолели, услышав труп великий зов, своих героев-грызнов навеки будет чтить Пангея. Окей. Так. У каждой твари имя неспроста. Сатирическая песенка, популярная среди мышей, живущих под властью красной лапы. В ней высказывается теория, что групповое прозвище каждого вида существ точно отражает их истинную природу. У каждой твари имя неспроста. Воющие скунсы, берегись хвоста. Крадутся ласки так, что не услышишь. Лжецов не сыщите коварнее, чем мыши. Сороки-сплетницы заговорят глухого. Безумнее всех хорьки, спроси любого. Но хуже крысы твари не сыскать. От них одна беда, чего скрывать. Давно ведь знают взрослые дети. Чем меньше крыс, тем лучше жить на свете. Ну, не знаю. Дева не желает петь. Да, это вот мы уже прочитали. 5, 6, 7, все. Прикольно. Книга Гербарий, которая пробуждает воспоминания о мире. Ага, это мы собираем. И теннисная записка. Ага, это жду тебя наверху. Все, слушайте, это надо смотреть. Ваша лютня. Ваша кормильница одна из самых ценных ваших вещей. Наставник вашего наставника сделал из дерева, собранного на берегу озера Ваэля. Фигурка вашего маленького сына Брина. Лутка Брина выкрашена пеплом в черный цвет. Красная роза, душистая красная роза. Аромат розы напоминает вам о жене, а ее шипы об остром уме меры. Это свеча, ну это да. Это ключи. Это ключ от вашей камеры. Ага, ну все. Ну что ж. Тут можно спрятаться. Ага. Ну, то есть нам в любом случае к этому большому крысу, да? Попробуйте крас, чтобы двигаться тише. Ну, это... Мы и так уж тише. Куда уж. Так, я вижу еще один ключ. Стой, кто? Стой! Ой, жук. Интересно. Так, здесь можно ныкаться. Мой жук. Не знаю зачем. Можно собирать... О, свечка. Ага, слушайте, вот это плохо.
А это что за? Ключ от затопленной камеры. Понятно. Видимо, что-то сюжетное, что-то... Стоп! Кого пропустил? Что тут? Что? Кто здесь был? А, грибы. Ну, видимо, это что-то съедобное. Пусть будет. Ладно, значит, ключ от затопленной камеры, да? Так, ну, у нас как бы вот несколько ключей нужны нам. Ступайте тихо и постарайтесь не разбудить стражников. Вас пока только услышали двигать медленно, не сдавать меньше шума. Вас заметили, быстро скрывайтесь из поля зрения. Для этого нужен подсвечник. Да ладно! Ха. То есть знамя можно сжигать. И это, судя по всему, какое-то... это какое-то... Какое-то... Типа умение, что ли? Ой, я яблоко вижу. Эй, отдай. Там яблоки в клетках. Алло, что за дела? Да, смотрите. Ничего сделать не могу, ладно. То есть знамя можно сжигать. Фига себе. Так, это любопытно. Тогда, слушайте, надо прям будет осматривать это дело. Ну а что? А ты что такой? Усни. А как нам тебя ограбить, чувак? Доме погасли огни. Бутылка пустая, бутылка из-под вина. Если метка бросить, то можно вырубить стражника, забывшего надеть шлем. Бутылка тоже подойдет для того, чтобы... Также подойдет для того, чтобы отвлечь внимание и сбить с места какой-нибудь предмет. Брюходер. Ну, эй. От кричащей двери. Чаще. Ага.
Лихо он реагирует на сжигаемые эти полотна. Но, по крайней мере, тут несложно прятаться, я имею в виду. Что меня уже радует. Я, правда, не совсем понимаю смысл вот этого сжигания. Ну, то есть мне не пишут там, типа, вы сожгли там столько-то полотен. Вы сожгли еще столько-то полотен. То есть как-то вот не совсем понятно. Но здесь какая-то кричащая дверь, да? Все, он уже лег спать. Ну, верно. Так, ну тогда надо искать эти полотна. Зачем-то же это делается, я не знаю. Так, нет, тут нужен какой-то другой ключ, насколько я помню. Так что ладно, пока лесом. А, вот еще одно. А, плюс 25. Это опыт дается, ёшкин кот. Да, это... Или это слава? Нет, это слава. Ух ты. И флорины. Фига себе. Ну, здорово. Арабелый. Что это слово значит? Вроде как нерешительный трусоватый. А, ну тогда... Что ты делаешь маяками, маленький арабелый грызун? Вот бутылка, которую просили, у него больше нет. Отлично, теперь поднеси-ка бутылочку к моим устам. Ловко дернув головой, Керальт отправит бутылку в полет. Пролетев частью камеры, она попадает в стену и разбивается в дребезги. Каждый раз, когда этот скрыга насосется бурходера, донимает меня своими чертовым храпом. Ау. А, ну да. Все, баста. Я сделал, что вы просили. Теперь вы мне поможете? Я дал слово пирата. А слово пирата — закон. Отвечу на пару твоих вопросов. Что тебе нужно? А, тут... Я ищу кое-кого, свою жену Меру. А, тоже мышь? Да, в капюшоне. Ха, тогда кто знает. Вас ушастых хвостатых так нелегко различить. А уж в ваших дурацких шляпах да капюшонах. Мышь очень гор... Кольба. Мышь очень гордятся своими шляпами и капюшонами, причисляя их к самому ценному имуществу, так как они отражают их профессию и социальный статус. Уважающие себя мыши ни за что не позволят, чтобы кто-то, кроме супругов, увидел их без кольба. Кольбы. Однако известны весьма примечательные исключения. Говорят, например, что захватив городскую дозорную башню в знак протеста против тяжелых условий труда, мыши-горняки Хьюма сбросили свои капюшоны. Этим они продемонстрировали всем серьезность ситуации, а также затруднили солдатам Красной Лапы последующее опознание бунтовщиков. Они не дурацкие. Пф. Ладно. Это был твой первый вопрос и мой первый ответ. Что это за место? Это крепость тающей башни на берегу... тающей башни на берегу озера Ваэлия. Уже много веков крепость... крепость тающей башни. Фуф, уже много веков крепость на Дуинлановых... Дуинлановых высотах защищает восточный берег озера Ваэлия. Некогда прекрасная твердыня давно пришла в запустение. Теперь главный враг не хорьки-разбойники, а кислотные воды озера, медленно разъедающие скалу, на которой стоит крепость. Именно поэтому местные жители прозвали Дуинлановые башни тающими. Вау, жесть. Начинаю обвыкаться. Ладно. У тебя еще два вопроса. Сколько я уже здесь? Дай подумать, ну 10 дней-то уже наверняка. Ты был без сознания, что тот чурбан? Ладно, остался один вопрос, мышонок. Не потрать его зря. Вы знаете мышиный язык? Только ругательство. Ладно, и хватит с тебя, мы в расчете. И все? Да вы мне толком ничего не рассказали. Больше, чем ты заслуживаешь, скрыга неблагодарный. Вам не кажется, что вы мне немного больше должны? Пф, все, что с меня причитается, придушить тебя как следует. Как это интересно, у вас одна здоровая нога осталась. Для такой дерзкой мыши мне и двух пальцев хватит. Гадкий мелкий. Эх. Ладно, вот что, посмотри сзади меня в горшке, там может найтись парочка флоринов. Они твои. Флорины являются официальной валютой 5 крысиных провинций. Чеканится монета достоинством 1, 5 и 10 флоринов соответственно. Сырьем для них служит природный сплав серебра, золота и меди, добываемый только в Сарастранских горах. На монетах изображен символ Красной Лапы, хотя на старых флоринах, все еще находящихся в обращении, можно увидеть портрет последнего крысиного короля Родерика. Эти монеты, называемые в народе трусами, ценятся очень высоко, поскольку они заметно крупнее современных флоринов. Их можно выгодно переплавить с помощью формочек, сделанных с более новых монет. Из трех трусов получается, 5 флоринов. Как флорины оказались в горшке? Как? Ну, не век же им по кишкам странствовать.
кошелек узника. Заключенные, которых отправляют в царящие башни, часто проглатывают свои ценности, чтобы их не отобрали стражники. Это называется кошелек узника. Но природа неизбежно берет свое. Говорят, в горшках и стоках тающих башен можно найти настоящие сокровища. Чтобы от тебя отделаться, пара флоринов мне точно не жалко. Я ж читал, ладно. До свидания. Смотри, хвост дверью не прищеми. А это, блин. До свидания. Уже ухожу. Он сказал, в горшке. Флорина. Так быстро, мышонок? Думаешь, недостаточно мне надоел? Мышь с возу. Ну ладно. Так, сюда мы попасть пока не можем, правильно? Ты мне ля-ля не люлю. Ключ от стоков. Все, ладно. Ну, трудно, не трудно разглядеть, но видно. То есть, как бы сказать, что это прям... Че? Зачем ты? Что ты хочешь мне сказать? Мне сегодня снилось озеро, и утопленники, и мыши. И как я топлю мышей. Озеро Ваэлия. Ваэлия — это огромное внутреннее море, протянувшееся от Муридеи на востоке до дальних берегов Солера. Когда-то здесь господствовали изящные корабли ваэлийских лягушек, однако теперь озеро патрулируют галеоны Красной Лапы. Ведь его порты и торговые маршруты жизни необходимы для Крысиной Империи. Восточный берег Ваэлия охраняет цепь крепостей, включая Дуинлановы башни. В застойных едких водах Ваэлии обитают мириады существ, среди которых Громокраб и Галерский Угорь. Галерский. В нескольких лигах от берега на озере собирается густой туман, создающий угрозу для кораблей и обеспечивающий убежище пиратам. По легенде, там находится мифический остров Переклав, и это далеко не единственная загадка Ваэли. В древних текстах и переданиях Ваэли предстает не озером, а бескрайней равниной, на которой произошла последняя битва войны Зеленого Пламени. Ученые Кима предполагают, что путаница возникла из-за неверного перевода исходных текстов, но, возможно, истина скрыта под водами самого озера. А тут как раз это и объявился. Наконец-то покой. Ё-моё. Приколист, блин. Мышей он душит. Иди гуляй. Ну да, то есть, когда над ними такой значок, это значит, что надо, можно поговорить, да? Так, а у меня в этой здесь нету никаких гербов и так далее. Не, ну раз есть прокачка, надо качаться, чё. Тише, тише. Тише мыши. Кот на крыше. Так, здесь мы были? Ага. Это, скорее всего, выход, мне кажется. То есть у нас есть кричащая. Ведро. Не-не-не-не-не-не. Ладно, сожгли. Так, тут нужен главный тюремный. Ну, воющая камера, она вот здесь вот. И мы сейчас туда пойдем. Вот ты, блин. Какой? Все замечающий. Что за кричащая дверь? Почему кричащая? Непонятно. Но мы сейчас узнаем. Ой, жук. Жук меня.
Только спрятаться. Понятно. Ну, мало ли. Чего пукок? Пофиг, что дверь открыта, да? Так, ну у меня есть бутылки, в принципе. Их можно глушить, насколько я понимаю. Этими самыми бутылочками. Сейчас надо дождаться, когда он уйдет, спалить еще одно знамя. Нет, чувак, все. Нету знамени. Вот такие мы мятежные мыфы. Нет, не видишь. Здесь, по-моему, придется вырубить. Имя Барфон Нильс. Стражник. В Ростон шеем честного порядка. Посидим. Отдохнем, мы никуда не торопимся. На, чуваку, пофиг. Дверь открылась. Ну, бывает. Может, бутылку попробуем? Сейчас он пойдет. А как ее метать? Сейчас, минутку. Управление. Бросок Е. Отсюда не работает. Чем я ее? И надолго он тут? От души его. Спать смешно. Он. Да, то есть ему вообще пофиг, да? Он так аккуратно их берет, прям так-то аккуратненько. Ник. Подождем, пусть уходит. Ладно, с бутылками разобрались. Ну как бы тут подойти, на Е нажать, плюс-минус навестись на него. Но он может промахнуться. Это важный момент. Несмотря ни на что. Он может промахнуться. Стражники вырубаются, но после этого, в общем-то, встают и как ни в чем не бывало, продолжают гулять. Странные ребята. Ну ладно, чё. В конце концов, кто я такой? Пусть даже и так. Интересно, да, реакция, что сейчас, говорит, нет времени на сон. То есть формально... Ключ от серванта.
То есть меня поели, да? Ого! Нифига себе, жуки сколько восстанавливают. Он не на... А, вот... А, понятно, я это ничего не ел, поэтому я не знаю. А вот тут... А, вот здесь уже написано. Фига себе, жуки, оказывается, питательные, ребят. Ну, гнездо шершни, конечно, забавно. А где же ключ-то? А, вон он, ёшкин кот. Вопрос, от чего это ключ? Может рубануть паренька? Ну свечи... Так, ну свечей мы набрали, да? И свечи у нас максимум 5 штук, и ключей, и палок. Кремень, кресало, не совсем понятно, правда, зачем они нужны. То есть вот так вот в наглую сотворить херню не получится, да? Понятно. Пощади дверь. Пощади дверь. Хм, пощади дверь. А где у нас такая была? Не помню. Пощади дверь. Хм. Кто-нибудь помнит «Пощади дверь»? Раньше вот, вот одна единственная тут осталась. Я что с картой? А, у меня еще нет карты этого места. Какая-то «Пощади дверь», ладно. Ух ты. Ага. Так, ну вниз, похоже, лучше не падать, да? Механизм подъема моста слишком неустойчив. Кузнец запланировал ремонт. Использовать осторожно. Да. Ладно. Вопрос. Ха. Секундочку, сейчас. Блин, не получается. Блин, ну... Во! А я говорил, сожгу? Значит, сожгу. Так. Так. Палка. Угу, хорошо. Палки тоже есть. Ну да. В общем-то... В общем-то, ожидаемо. Ну а что тут особо? Как бы вариантов-то... Хм.
Мы как будто что-то делаем. Но не очень понятно, что именно. Ладно. Фонарь. А-а-а, вон что. Понятно. А вот теперь же... Ага. Понятно. Ну, это аналог свечей, только более такой, видимо, долгоиграющий, да? Ай, красота. Хорошо, хорошо. Чувак, как ты как-то ходишь? Или ты только стоишь? Чувак с решеткой меня не видит. И это прекрасно. А, вот дверь. Ну тут пока, несмотря ни на что, довольно линейно, надо признать. Что-то мне... Так, ну этого козла мы, допустим, оглушили. Непонятно зачем, неизвестно на кой. Так. Ключ от комнаты с бочками. Может, я что-то не вижу? Блин, а может у него на стенке ключ висел? Черт, сейчас минутку надо вернуться. Может, я просто не увидел? На стене нигде никакой ключ не висит. Там чувак ходит за решеткой, я с ним ничего не сделаю. Здесь чувак стоит внизу, охраняет. Здесь нужен ключ, здесь зачем-то бочкой. Можно его оглушить зачем-то. Прям один раз. Так, стоп. Да нет, вроде рядом с ним ничего не висит, никаких ключей. Хм. Так. Ребята, я что-то это... Я что-то как-то это... Задумался. Я где-то что-то пропустил. Просто где и что? Просто где и что? Эта штука не открывается. Это не какой-то проход. Здесь у нас, да, фонарь с маслом мы заправили. Хорошо. Может, действительно какой-то ключ где-то прозевал? Так, здесь чисто спрятаться, да? Да, здесь спрятаться и сохраниться. А, лестница! Ёкаловая.
Какие мы аккуратные, блин. Ну, понятно, это мы сейчас спустимся, и вот здесь, собственно, нам фонарь-то будет и нужен, потому что... не фонарь этот, лампа. А, или нет? Ух ты. Он такой милый. Нет, похоже, это... Нет, это чисто за Флоринами. Ха! Так, интересное кино. Ускоряться он, к сожалению. Ой, ты чё? Чувак, ты не надо так делать. Я проверить хотел. Проверил. Ладно, не убился хоть. Так, 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 так. Где еще, что еще? Палки. Так. Либо я чего-то где-то не вижу в упор. Вы не чувствуете усталости. Классный мышь. Ну давай, вали отсюда, я застрял. Бутылки на тебя тратить. У вас тоже, знаешь, тут не бесконечно. Ну нет, это... Это мы все делали, это мы все видели. Кричащая дверь. Блин, где ж я что прозевал-то, а? Где-то что-то я пропустил. А где и что? Может, ведро к этому, к окну подтащить? Ну, мало ли. Класс. Нет, мышонок, он прекрасен. Может, к лягуху опять вернулся, может, он что скажет? Да нет, тут и так есть где встать. Нет. Так, это мы... Ничего, это у нас затопленная камера, да. Здесь ничего нет, за эти штуки не возьмешься. Блин, да елки-палки. Блин, пошли к лягушке. Может, она нам что подскажет. Интересное. А может и нет. Так, здесь спрятаться. Здесь у нас нужен ключ. Да нет, не слышишь ты меня, спи давай. Так. И свет ли что-то вообще... О, прикольно. Свет ли вообще что-то есть, да? Все-таки это ж наш камер. С чего будут быть еще чему-то, да? Уф-уф-уф. Блин, а где еще я прозевал? Хз.
здесь мы были. Здесь мы были. Тут мы спускались, здесь нужен главный ключ. И все. Ну да, тогда лучше не тратить свечки. Ага, вот он опять что-то хочет сказать. Че надо? Давай же, скорее мелкий, говори. Все когда-то уходит. Почему? Блин. Около нее, главное, появляются диалоги. Ну, вот эти вот отметки. Блин. Где что я пропустил, а? Где что я не вижу? Черт бы его побрал. Нам явно где-то надо найти ключ. Вряд ли в этой стартовой локации. Но где? Я просто уперся в дверь. Все. Спи давай, а. Ты че какой, блин? Спишь и спи. Хотя мы у него все бухло утащили. Может, он поэтому такой. Такой. Шебутной. Да спи ты, зараза, а. Ты смотри. Все еще меня слышит. Мы что-то где-то не видим. Только козла, только носовые платки. Все. Блин, да что ж я где не вижу, а? Тут главный тюремный ключ. Здесь ничего нет. Здесь мы смотрели. Сервант, бутылка, хорошо. Подожди ты, заблудился я здесь. Бочка пуста. Этот закрыт. Здесь ничего нету. Может, в столе? Да ёп! Перный театр, а! Йоколомене, блин. Пиратская портупея? Ха. Капитан Отто Пороховая Бочка. Похоже на круглый бочонок с очень... Да, был капитаном, но это мечтали. В собственноручно изготовленных плакатах разыскивается, капитан всегда избежать себя в следующем облачении. Шляпа капитана пиратов, глазная повязка, перевязь спешки. Носки Тичин. Ага. Пиратская портупея. Толстый кожаный ремень с серебряной пряжкой. Такие носят пираты. Ох, ничего себе он добавляет. А, это на грудь, да? Ого! Ну, допустим, и чё? Мы уже потратили. Да хорош, блин, страшно дышать. Ну, портупея. Возможно, теперь надо к лягуху сходить.
Сейчас попробуем. Но если сейчас с лягухом опять не получится, тогда перекурить, потому что будильник уже прозвенел. Ой, как ты надоело. Спи спокойно, блин. Один уже убежал. Второй сидит, никуда убегать не хочет. Что ты такой бдительный? Ну, потеряйся ты уже. Ты смотри, как он далеко меня слышит. Подожди, а может быть... Нет, незаметности он даже добавил, я хочу сказать. Ну-ка. Бушприт мне в печенку и грот бомбрамсель в глотку. Простите, ничего не понял. А? Разве что-то сказал? Чего тебе, мышонок? Мне пора, до свидания. Скрыга. Быстро. Нет. Пиратская портупея не дала ничего. Но я нашел как бы шмотку. И чё? Уф. Ладно, народ, давайте на этом что-то парнем. Все тут вот, в сундуке. Сохранимся. Одно быстрое сохранение. Одно... Одно нормально. Ну чё? А как тут? О. А это что за пустое пространство? Игра сохранена. Ладно, давайте тогда действительно на этом стопорнёмся. Чё-то я... подзастрял, блин. Ну ладно, в следующий раз продолжим. Я думаю, найдем выход. Надо внимательнее ко всем этим столам, стульям и так далее. Может, тогда что-то будет. Это тоже, конечно, вопрос. Что и где я пропустил. Ну, в случае чего, будем искать помощь в интернете. Ну, или вы напишите. Вдруг. А вдруг напишите. Хотя вряд ли. Скорее всего, следующее видео будет записано раньше, чем я прочитаю ваши комментарии под этим. Ну да ладно. На этой заблудившейся ноте всем огромное спасибо за просмотр. Ссылка на плейлисты группы ВКонтакте в описании под видео. С вас лайки, дизлайки, подписки без отписок, комментарии с меня, контент. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто ж до сюда досмотрел, обнимаю. Парни, хлопаю, плечу, чмокаю щечку. Увидимся в следующей серии Ghost of ETL. Да, в общем-то, Forever. Мне нравится. Как-то так.